Ракслерс снова с вами. Наступила новая эпичная неделя, и это Сатурналия. Луна нова, челло неро, урла и венту аль чимитеро, сассо, ферро, кампаначчо, ринья и луп. Италия, 1989 год. Милая девушка Анита возвращается из больницы в небольшую деревушку Гровой в Сардинии, где она работала геологом последний год, чтобы сообщить своему парню о беременности. Она хочет собрать свои вещи и уехать в город уже завтра, и будет большой радостью, если ее парень Дамьяна бросит свою жену и согласится уехать с ней. По возвращении Анита попадает аккурат на праздник плодородия, который здесь называют фестивалем Святой Люсии. Именно так, немного драматично, но совершенно безобидно начинается история этой игры. Прибыв на место, перед нами открывается небольшая итальянская деревушка, залитая закатным солнцем. Конечно же, в глаза сразу бросается фирменный визуальный стиль. Поначалу он может немного сбивать с толку. Все-таки не так часто в 3D-проектах встречаются такие дизайнерские решения. Возникает стойкое ощущение, что мы находимся внутри ожившего комикса. Немного погуляв по округе, свыкнувшись с графикой и управлением, нас отправляют в гостиницу. С одной простой задачей – собрать свои вещи, чтобы уехать из деревни, а по пути заодно сообщить радостную весть нашему возлюбленному. Но выясняется, что все жители деревни сейчас находятся в церкви на праздничной мессе, а наш хахаль, как назло, еще и местный проповедник, и врата церкви предательски закрыты. Ну что ж, ничего не остается, идем в свой номер и собираем вещички. Пока Анита упаковывает чемоданы, солнце уже село и на деревне опустилась мрачная пурпурная ночь. В этот момент мы слышим, как на кухне звонит телефон. На том конце провода Текла, владелица виллы, которую она переделала под гостиницу для приезжих, где, собственно, живем мы и еще несколько других постояльцев, приехавших по своим делам в Гровой. Текла предупреждает нас, что сегодня ночью нам делать на улице нечего, да и в целом она тонко намекает, что сиди-ка ты, Анита, дома, а то огребешь ненароком. На самом деле не очень-то хотелось куда-то тащиться, да еще и в такую темноту, а темнота здесь один из основных атрибутов геймплея, ведь это survival horror, как-никак. Но! Наш сосед по вилле, фотограф-документалист Пол, стащил очень важную для нас карту местных шахт и компас, чтобы сделать пару фоток для своего материала и не заблудиться в подземном лабиринте. Делать нечего, идем искать Пола. Выйдя из гостиницы, мы сразу же знакомимся с местной механикой освещения. Ночь здесь очень темная, и для того, чтобы не потеряться во тьме, в нашем кармане должны быть спички. Их мы можем найти просто подбирая во время гуляний по карте, или же купить за жетоны в настенных автоматах. Поначалу спичек будет достаточно. Но все-таки заранее стоит подумать об их экономии. Все-таки в таких играх ресурсы выдаются крайне хитро. Вначале нас просто заваливают ими, а ближе к середине игры нам приходится судорожно выискивать хотя бы что-то, что может нам помочь. Также на улицах в разных местах на земле расположены небольшие костерки, и мы можем зажечь их спичками, что поможет нам осветить пространство вокруг и сэкономить спички в кармане. Я не смог определить, сколько по времени горят костры, но со временем они потухают и их нужно зажигать заново. И последний элемент местного освещения – это электрические фонарные столбы. Они освещают небольшое пространство вокруг себя и по большей части нужны просто, чтобы было на что ориентироваться в пространстве в здешнем мраке. Однако не все из них работают, некоторые фонари нужно починить специальным инструментом, который мы найдем дальше по мере прохождения. Но само освещение не только освещает пространство в темноте, но также подсвечивает юзабельные объекты. Если у вас в руках спичка или рядом есть источник света и вы увидите слабо оранжевое свечение, значит, что с этим объектом можно взаимодействовать либо подобрать. Очень удобная штука для поиска всяких полезностей в кромешной темноте. Еще пока мы ищем Пола, нас познакомит с местной системой навигации. По сути, это туристический стенд с маркерами, указывающими наше местоположение и знаковые места. Указав нужное место, персонаж как бы запоминает маршрут, и в течение пары минут мы можем нажимать пробел, чтобы камера повернула в нужном направлении, показывая нам, какую сторону нужно двигаться. Поначалу будет немного неудобно, но по мере игры вы быстро освоитесь. Итак, мы находим Пола у входа в шахту. Немного пожурив его, забираем нашу карту и компас, активируя главную способность Аниты. Мы можем прокладывать маршрут к любой точке, которую мы посещали в деревне, а не только к знаковым местам из путеводителя. Также во время разговора Пол показывает нам жуткую фотографию. На ней он запечатлел странное существо, которое хотело подкрасться к нему сзади, но он смог отпугнуть его вспышкой своего полароида. Я не зря так долго и довольно подробно рассказал о вступлении, ведь по сути все события до этого момента были прологом. Начало истории довольно безобидное, нам потихоньку раскрывают окружающих персонажей и, казалось бы, ничего не предвещает беды. За это время, пока мы бродили по деревне и изучали какие-то предметы, нам ни разу не дали какого-то зловещего намека. Не считая той заставки в начале ролика, это как раз первое, что нам показывают при нажатии на кнопку «Начать игру».
И на мой взгляд, было бы лучше, если бы этой сцены в начале не было. Это погрузило бы нас в события более резко и неожиданно. Именно с этого момента, как мы получаем фотографию существа, все и начинается. Анита собрала вещи, вернула свою карту и компас, и осталась лишь последняя, самая важная деталь перед отъездом – рассказать о беременности Дамьяну. Как раз в церкви звонит колокол, знаменующий об окончании мессы, а значит Дамьяна должен быть свободен. Направившись в церковь, деревню накрывает неприятный и довольно жуткий розовый туман, а по улицам быстрым шагом ходят редкие местные жители, которые только завидев нас сразу ускоряются и либо спешно удаляются от нас прочь, либо укрываются в домах, хлопая у нас перед носом дверьми. Казалось бы, жутковато, странно, но в целом все спокойно. А потом экран начинает плыть, и вы слышите это. На этом пролог заканчивается, и под наше управление попадает Пол. Он будет вторым управляемым персонажем в игре. Всего же, по мере прохождения, нам станут доступны 4 персонажа, которыми мы сможем управлять. И каждый из них обладает своей специальной способностью. У Пола это полароид, с помощью которого он может на время ослепить существо, чтобы у нас было время убежать. А также, Пол может фотографировать некоторые объекты, что поможет нам немножко больше раскрыть историю деревни. Еще одним персонажем, которым мы сможем управлять, будет 15-летняя девочка Клаудия. Ее особенностью является ритуальная фестивальная маска, надев которую мы спрячем наше лицо от существа, и таким образом оно не сразу нападет на нас. Это даст нам некоторое время, чтобы сбежать. Другие персонажи также могут прикрывать свое лицо руками, но эффект будет не таким действенным, как у Клауди. И четвертым персонажем под нашим управлением будет Серджио. Его фишка – это сотовый телефон, с помощью которого он может звонить из любой точки карты, в которой будет ловить сигнал. На самом деле, я не до конца понял прикол с телефонами в игре и насколько большую роль они играют, раз у ключевого персонажа есть мобильник, а на одном из переулков стоит телефонная будка. Единственный момент, где телефон играет действительно очень важную роль, это, сейчас будет микроподсказка, одно из заданий в самом конце игры. В остальных случаях возможность звонить по телефону не такая особенная и важная. Наверняка у вас мог возникнуть вопрос, а почему я говорю о 4 управляемых персонажей, если пару минут назад на Аниту напало существо? Дело в том, что при первом нападении существо не убивает персонажа, а лишь похищает его и помещает на жуткий алтарь. Мы можем освободить нашего товарища, найдя болторез, а можем не освобождать, в таком случае наш саппортиец будет просто мучиться прикованным до самого конца игры. Однако, если персонажа, который уже был похищен, существо заберет второй раз, то этот персонаж будет для нас потерян. Так же, как и любой другой, в случае, если кто-то уже будет прикован к алтарю в момент похищения, то такой персонаж просто погибнет. Еще одной довольно интересной фишкой игры на средних уровнях сложности является механика изменения локации при смерти всех персонажей. Либо, если вы сами захотите перемешать деревню в процессе игры. Таким образом, вы теряете все свои найденные инструменты и забываете все маршруты, найденные по мере прохождения. Сюжет таким образом не сбрасывается, и вы можете дальше продолжать раскрывать тайны игровое. А что насчет самого существа? Я небольшой поклонник хорроров и за всю жизнь прошел только Outlast и Resident Evil 7. Ну не люблю я бояться в играх, но Сатурналия заинтересовала меня в первую очередь своим визуалом. А я крутой визуал в играх очень люблю, ну и ролик для эпичной недели же надо делать все-таки. Так, мы отвлеклись. Местный монстр, которого все здесь так и называют The Creature, то есть просто существо. Если смотреть объективно, то он не очень страшный, не мерзкий, как это обычно устроено в большинстве хорроров. И что меня порадовало больше всего, здесь нет скримеров. Существо другой. Он вездесущий. Атмосфера игры построена таким образом, что с самим существом мы будем сталкиваться крайне редко. Иногда я по 30-40 минут бегал по карте, раскрывал местные загадки, выполнял квесты и за все это время ни разу не встретил существо. Но при этом где-то внутри меня сидело это вездесущее ощущение, постоянное напряжение, что вдруг он за этим следующим углом. Призвать его конкретно можно только издавая громкие звуки. Это гарантированный способ, чтобы сагрить его на себя. Существо бесит громкие звуки, и по всей карте расположены различные интерактивные штуки, которые помогут нам на некоторое время отвлечь монстра, так как он появляется не сразу. Однако, даже спустя несколько часов игры, каждое его появление – это небольшой стресс, и в этом большая заслуга именно саунда. Звукорежиссер игры постарался на славу, и появление существа – это, как я уже сказал, не неожиданный скример, чтобы резко напугать нас, а это именно эффект накрывающего ужаса. Все начинается с небольшого гула, который вообще поначалу больше похож на завывание ветра. Затем вы слышите отдаленный, глухой,
Мерзкий звук лязгающих косточек, который все усиливается с приближением существа. А если он еще и в нашем поле зрения, то картинка на экране начинает плыть, и создается реальное ощущение, что вас накрывает глубоким всепоглощающим страхом. Все это подкрепляется здешней стилизацией и анимацией персонажей, и вот именно за эти чувства, которые вызывает игра в такие моменты, она мне очень понравилась. Все вышесказанное подкрепляется довольно интересной и не такой простой на первый взгляд историей. Да, нам не обязательно выполнять вообще все квесты в игре, и для прохождения хватит всего одного персонажа и главной линейки заданий. Но что радует, повествование выстроено таким образом, что вам хочется изучать каждую частичку сюжета, найти каждый связанный с историей предмет и помочь каждому из персонажей. Подводя итог, Saturnalia отличный и местами очень захватывающий проект. Я смог оторваться от игры только когда перед глазами на экране побежали финальные титры. При этом я выполнил примерно 95% всех заданий в игре. На это у меня ушло плюс-минус половина дня. Однако замечу, что игра только вышла и не поддерживает русский язык, поэтому некоторое время я тратил на понимание диалогов и заданий. Что еще порадовало в сюжете, так это то, что миссии подаются не в разжеванном, как мы к этому привыкли, виде, а в виде намеков или кратких целей. Поэтому довольно часто приходилось включать логику и мучить локации в поиске верного решения задач. Я с радостью пройду игру еще раз, когда для нее появится русификатор, чтобы еще раз с полным пониманием погрузиться в историю игровое, чтобы еще раз насладиться здешним саунд-дизайном и графическим стилем. Не забудьте забрать Saturnalia на ваш аккаунт в Epic Game Store до 3 ноября. Надеюсь, вам понравилось данное видео, и если это так, ставьте лайк, пишите комментарий, подписывайтесь на канал и звоните в колокольчик, чтобы ничего не пропускать. Ну и не забывайте про мои соцсети, ссылочка на которые будет в закрепленном комментарии. Я желаю вам всего самого замечательного, с вами был Rakslr, всем пока.